Всем привет, дорогие зрители! Нашел я трехкомнатную двухуровневую квартиру, обставленную под ключ. Проект был сдан, который я сейчас снимаю 3 года тому назад. Здесь у нас открытый бассейн, беседка, детская игровая площадка. Расстояние от этого места до моря 420 метров максимум. Вот такой проект. Квартира находится на восточной стороне. Так, снимем квартирку. Здесь у нас фитнес. Айдат 170 лир. Теннисный стол. Тут темновато. Есть турецкий хамам. И сауна не функционирует из-за пандемии. Вот. На 7-8 человек. Турецкая баня на 5 человек. Не совсем большая. Есть душевые кабинки, раздевалка и тому подобное. Санузлы. Здесь у нас прихожая. Тут что-то чинят. Так, кому-то трубы меняют. Вот здесь вход. Здесь вход в резиденцию. Есть открытая парковка вот такая. А так можно ставить машину снаружи. Место для велосипедов. Вызовем лифт. 2 лифта тут. Вот такой лифт. Вместимость 6-7 человек. Поднимаемся мы на 10 этаж проекта. На этаже 4 квартиры. 2 там, 2 тут. Вот такой вход. Сразу у нас гостиная. Такая. Есть кондиционер Vestel 18000 BTU. Такая гостиная. Хочу отметить, это ковер иранский исфаган, дорогой. Не знаю, сколько тысяч долларов он сказал хозяин. Кому будет интересно, чтобы знали, в квартире продается с этим ковром. Так. В этой стороне у нас кухня. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой. И тут почти отдельная кухня и столовая. Бытовая техника, все Vestel. Индукционная плита Vestel, вытяжка тоже Vestel. Так, выйдем мы на балкон. Значит, такой балкон. Немаленький вид на соседнее здание, на горы. Немножко отсюда видно море. Здание находится в расстоянии 25-30 метров от этой квартиры. Так что здесь ничего больше не построится. Ваш вид тоже не закрывается. Думаю, что нормальный вид. Так, расстояние до моря 420 метров максимум. Море отсюда видно, оттуда тоже видно. Но с верхнего этажа вид еще лучше. Поднимемся на верхний этаж. Лесенки у нас из мрамора. Так, здесь 140 квадратных метров общая квартира. Это верхняя прихожая. Тут у нас санузел с просторной душевой кабинкой. И стиральная машинка. Так, начнем съемка с этой спальни. Вот такая спальня.
минимум тут 13 квадратных метров. Платяной шкаф. На террасу я выйду потом. И здесь у нас вторая спальня. Тут у нас 12 квадратных метров. Такая спальня. Покажу детально. И у нас тут открытая терраса просторная. Тут у нас север. Вот, это северная часть. Восточная. Такие виды отсюда. Вот восточная сторона, эта сторона северная. Время съемки 1 часа дня. Просторный бал, терраса просторная. Здесь еще есть место, можно как-то использовать, закрыть. Кладовку можно даже сделать. Так. Хочу подвести итог. Дорогие зрители, 140 квадратных метров общая квартира. Брутто. Жилая площадь где-то 120 квадратных метров. Тут полностью с террасой и с квартирой. Инфраструктуру вы увидели, было темновато, сауна большая, турецкая баня на 6 человек. Фитнес, теннисный стол, открытая парковка, айдат 170 лир. Цена этой квартиры 107 тысяч евро. Торг уместен в этой квартире. Хозяин напрямую скажет вам цену. Познакомим с хозяином. Также с вами был Агаси. Из солнечного Алания, район Махмутлак. Всем пока-пока.